На берегу Высоковского озера собрались барды из всех районов Ивановской области. Ставший уже традиционным фестиваль «Высоковская струна» проводится под открытым небом в импровизированном палаточном городке. Музыканты приезжают на фестиваль не соревноваться. Здесь они для того, чтобы отдохнуть и пообщаться с единомышленниками. Господином горных дорог назову тебя. Кто сказал, что холоден снег? Перевал пройду и порог, перепутье, перекрестье каменных рек. Уже такой круг людей. Очень важно, когда человек чем-то занимается, очень важно почувствовать, что это не только для него важно, важно для всех остальных. Нужно какое-то одобрение со стороны окружающих. И он приходит сюда и чувствует себя здесь как в своей тарелке. Здесь свои люди, все занимаются схожим делом, у всех общие интересы. Горячее питание для участников обеспечила полевая кухня. Высоковская струна всегда был местным ивановским фестивалем, но после приезда гостей из Ярославской области организаторы решили выводить его на новый межрегиональный уровень. Я думаю, что в следующем году он уже выйдет на межрегиональный уровень. И, конечно, здесь придется вносить коррективы в его организацию. Тем более, что ряд наших лауреатов, в частности, Сергей Аксенов, сейчас мы с ним только что беседовали, говорит о том, что нужно придать фестивалю несколько новый, наверное, толчок. Он уже перерастает уровень самодеятельности. В этом году изгиб гитары «Желтой» нежно обнимали более 80 бардов, а послушать музыку на свежем воздухе собралось около 200 зрителей. Участники фестиваля признаются, что атмосферу Высоковской струны надо почувствовать лишь однажды, для того, чтобы приезжать сюда вновь и вновь. Анастасия Николаева, Андрей Семиволков, РТВ Иваново.